Всем привет, с вами канал Art Mania, и сегодня у нас видео обзор на вот такую вот шоколадку Милка. Вот такие вот батончики отдельные. Здесь у нас 580 килокалорий и содержит альпийское молоко, также корова альпийская. Масса 87,5 грамм. И давайте почитаем состав. Да, кстати, тут написано 8 штук. Написано открывать здесь. Но я так думаю, что открывается вот так вот. Или нет? А нет. Наверное, вот так, по всей видимости. Да, вот они лежат, как всегда, кверх ногами. Такая очаровательная коробочка. Наши батончики, честно говоря, похожи даже на маленькие жвачки. Так, упакованы они в такую, типа, как фольга, чтобы шоколадка на жаре, наверное, не сбежала. Так, выглядит она, здесь нарисованы маленькие коровки. Сейчас я вам покажу. Вот, видите, маленькие-маленькие мохнатенькие коровки, пасущиеся на травке. Блин, это так классно, слушайте. Это вообще что-то необычное. В принципе, Милка очень любит удивлять своим дизайном шоколадки. Каждый раз открываешь шоколадку и каждый раз удивляешься, что там что-то новое, что там что-то необычное. А, причем, как правило, не замечаешь, что нарисовано вот тут сверху на шоколадке. Берешь по привычке просто шоколад, открываешь, а там красота, удивление. Так, она довольно тоненькая. Здесь она тоже, в принципе, такая же тоненькая. Так, сейчас посерединке. Ах ты. Посерединке не ломается. Опа. А вот посерединке мы с вами сломали. Да, она точно такая же вот похожа. Даже шоколада сверху и снизу немножечко побольше. Тоже такая же белая начинка. Хотя здесь все-таки по размеру кажется, что она шоколадка такая большая. А уже тут в руке у меня она кажется такой маленькой шоколадочкой, малюсенькой. Как-то даже более узенькая, мне кажется, тут она вот более широкая. Но мы, кто не знает, с вами смотрим и внешний вид шоколадки обязательно. А схожая она с тем, что нарисовано на коробочке или нет. Ну и, конечно, мы будем сейчас с вами ее пробовать. Так, давайте, наверное, попробуем вот эту. Хотя, ладно, пускай это у вас лежит перед глазами. Попробую я сразу целую, чтобы уж все распробовать. И посмотрим заодно следующую. Ну, она также выглядит. Такие вообще очаровашки. Пробуем. Ну, как всегда, шоколадка приторно-сладкая. В принципе, у них все шоколадки приторно-сладкие. А по вкусу есть какой-то аромат молока. У нас шоколад молочный, такой какой-то есть, но прям вот сильно приторное, сладкое. Аромат шоколада,
тоже есть, ну, что-то вот такое вот. Но вот эта вот сильная сладость, она немножко все перебивает. Что-то такое есть ароматное. Ну, может быть, это молочный шоколад, может быть, там добавлено что-то еще. Ну, такая, знаете, вкусная. Реально вкусная. Хочется как семечки. Одну за другой. Одну за другой. Вот, я вам предлагаю попробовать снова еще одну, поскольку у нас с вами уже как традиция пробовать все по два раза. А то знаете, как бывает. Вроде обзор запишешь, начинаешь есть, а там появляются еще разные вкусы. И думаешь, блин, да что ж такое, я их сразу не почувствовала-то. Кстати, он на руках остается, быстро тает. Хотя нет, сейчас не остается, но до этого у меня чуть-чуть было. Так, пробуем второй раз. Приторно-сладкое, но в нем есть какая-то изюминка. Какой-то, знаете, необыкновенный такой вкус, но очень-очень вкусное, что тянет за второй, за третьей шоколадкой. Вкус какого-то там молока или альпийского молока. Ну, может быть, совсем капельку, там чуть-чуть, может быть, чувствуется. Ну, как бы не особо. Просто вот приторный шоколад. Там сильно сладкий, да? И что-то там очень вкусное. Может быть, конечно, это и считается молоком. Но что-то такое прям действительно вкусное. Может быть, даже, кстати, немножечко похожим с батончиком Milky Way. Там тоже есть что-то такое же, но оно не настолько вкусное, но все равно тоже вкусное. Может быть, наверное, есть молоко. Не знаю, как можно сделать молоко таким густым. Наверное, вот что-то такое добавить туда. Ну, в принципе, вкусно. Мне кажется, детям это очень-очень понравится. Можно купить, и ребенок может угостить своих друзей. Ее можно спокойно открыть, то есть также держать в руке, кушать и не испачкаться. И не испачкать шоколадку, не подцепить там на улице какой-нибудь вирус. Также их там 8 штук, то есть ваш ребенок может даже раздать всем своим друзьям. Или можно купить таких две шоколадки, например. И уже точно уж там всем хватит. Я думаю, детям вот оно понравится. Ее можно, да, подарить, купить. Она очень красиво выглядит. Милка старается, работает над дизайном. Ну вот, приторно-сладкий, к сожалению. Надеюсь, что они скоро перестанут добавлять так много сахара. И на сегодня это все. Также смотрите наши другие ролики, наши влоги, как мы с сыночком занимаемся, развиваемся, живем, путешествуем. Также обзоры на продукты из Фикспрайс, Светофора, Победы, обычных магазинов. Обзоры на технику, видеокамеры, там всякие такие. Также на нашем канале есть живопись и много-много всего интересного. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, лайки. Пишите комментарии, пробовали ли вы такую шоколадку, понравилась она вам или не понравилась. С вами был канал Art Money и всем пока-пока.